особенно, я сразу говорю. Ну, давай ты сейчас сначала не будешь ничего пока выбирать. Пока подождешь, может быть, тоже арту возьмешь. Не спеши сейчас выбором. Ну, я попробую, но я не знаю, как на арте будет. Просто я артиллерист очень... Санчо, запускай. Угу. Просто артиллерист я такой себе, поэтому... Смотрите сами. Ну, если артиллерист так себе, тогда авиацию бери, наверное. А если авиацию, то тогда просто учитывайте, что буду ПТшник максимально ждать. Ну, я тебе скажу, в работать. Той игре у меня было нормально, мне только корнет мешал. Ну, я тебе выбил корнет. Ну, да, и вылет. Не, я там уже мог наступать нормально. Куда? Мне. Рабом, ты... Ты слева с Рипером. Да. Ой, с Дестрайбом. А Рипер где в итоге? В центре. Блять. Так он не хотел на центр, наоборот. Он Дестрайбом наоборот, может его поменять. Тогда Дестрайб на центр, Рипер с Барабумом слева, я один направо. На общих. Окей. На общих, так, на общих у нас Дестрайб. Окей. Один человек на центре, пусть Рипер тогда на центре, да, играет. Рипер, да. Я просто путаюсь уже. Так, я на центре, да? Куда? Рипер, ты, в общем, играешь в центр, прикрываешь техникой Дестрайба. Дестрайб двигается в сторону вот этого холма. Так я именно центр или лево? Вот этого холма. Правый, который... Слушай, Десин, да, по поводу вопроса твоего проезда. Какая БРДМ-ка, если у меня ее нет? Ой, БРДМ-ка, я про этот... Про Финек, а не БРДМ. Финек, вряд ли. Ну, блин, если сможешь. Я имею в виду просто... Если сможешь. Не сможешь, не проблема. Дестрайб, ты пехоты в основном двигаешь туда, станковкой засираешь центр, да, и не даешь. И вот здесь где-нибудь миномет или АГС что-нибудь такое разместишь. Бля, ребят. Я не понимаю, вправо занимаю или центр лево? Ты иди где, ты на общих. Все, я понял. А Рипер идет конкретно центр. А Рипер прикрывает центр тяжелой техникой, и если ко мне кто-то вдруг поедет, то, соответственно, поможешь отбить. Но ты не на центр, да? Ну да, в основном выдавливаешь всех с центра, кто там будет. Центр был, да? Право где? Право где? Право где, соответственно. Кто слева? Вопрос. Как меня бесит Бардак, блядь, вроде и выпишь, он сам улыбнет. Блядь, он какие-то признаки жизни подает. Я тут уже резво как пехота оказался. Ну, чтобы этот проехал, я там просто разъехал. Просто я сейчас не вижу. Ебить где-то 17 секунд. Снимаешь слева опять. Да, я знаю. Блять, Димка, будь на поддержке. Да пизду, иди ты. Не добил. Я, короче, сейчас лечу направо сначала, выбиваю танк, но... Он не добит, он не добит. Он там на двигателе точно сидит. Надо его быстрее выбивать. Понял, я лечу. Но моментом я туда тоже не доберусь. Где он там, танк? Я его не вижу еще. А вон он, ДМ. Понял, вижу ДМ. Сначала БМП, а то она у тебя... Блин, кто не вышел, ракета. Вертолет слева. Да. Они уехали. Танк попал. Сейчас. Работаю по танку. Как меньше лагает, блин, уже радует. Так, будет вертолет убран? Сейчас попытаюсь. Я вообще хотел больше вам танки убрать, нежели чем и БМПшки снять. Лечу налево.
ты убери! Убирай, убирай! Или... поддержку. С танками сами справимся. Попробуй. Не спеши, лечу к вам. Да пока ты прилетишь, он все разнесет, понимаешь? Я, камарад! Не, ну если он не может, он говорит, он не может. Он сам, меня там тоже трудно. Блин, по мне ракеты еще там. И это не с вертолета. Пустил, но я не знаю, убью я его, нет. Сбил. Вертолет на дуэли я выиграл. Что за жопа-то? А, ребята, русские танки чем-то кроме турок могут стрелять больше, чем 140? Сейчас танк выбью. Они вроде на 160 турами. Да. Не, кроме туров. Или его не выбьешь, он. Я вижу, он в дымах. Туры-то понятно, а обычными снарядами... Так, танк выбит, да? Конечно, я смотрю, какой танк. Так, на центре... А, нет, он еще живой. Давай. Еще живой. Самолет. А что ты думал, блин? Ладно. Так, давай мы. Вообще это плохая идея играть неровным составом, в принципе. Санчес, жди пока торнадо, потому что сейчас я больше ничего не обеспечу. Роланд к тебе едет, мамба налево, центр. Давай, давай, хорошо. Не пошел к тем, куда надо. Кого? Центр надежно прикрыт? Нет. Центр... Да я бы не сказал, что ненадежно, в принципе. Ладно. Рипер, как ты отлично прячешь свои танки, блин, а? Меня о, ПРР-ка, привет. Ну ты рано еще стреляешь. Ну короче, он на меня, блин. Вот так триски. Блин, вот можно было бы ММП брать. Блин. Вообще кайф был бы. Так, а где спайки сходится, а то еще... А, все, здесь вот. Так, ну он ПРР-ком балует. Ну, балуться не будет, если мне, конечно, центр готовит. Ребят, ну а там давление создайте. Подожди. А пиздец. Там что это? Охуеть, у него там. Так, у него 34-й. Блин, проезд что ли? Самолет, самолет, я не знаю. Да, как... но там проезд. Подожди пока. Ну. Не, ну ты мамбу меня засветили. Я ее не могу дальше ставить, потому что он иначе замечать ничего не будет. Блин, но сейчас, конечно, у меня немножко подстава была. Так. Я пока ПВО буду обеспечивать. Да ты хоть что-нибудь обеспечь. ПВО, больше ничего я не могу. Самолет сбит.
закройте здесь, я ж просил центр прикрыть, блин. Ёб вашу налево. Вам пехоту не могу тогда выделить. Да уберу я. Вы серьезно нахрен? Никто там не пролез, они добили меня. Потом, если диверсант включим. Вы серьезно нахрен, а? Рипер, блин. Тихо, тихо, не бегай. Ты что вообще? Да. Блин, да как у него каждый выстрел с БК? Я пока летаю, но у него самолет сбит, я не знаю, есть у него удар или нет. Слева ждите 1.5 минуты. Через 1.5 минуты будет этот. Да, сквозь дымы ракеты вообще идеально летают. Есть такое. Так дым это же не касса и не 100%. Да какая разница-то, дымы-то раскрыты, блин. Ракета должна была отвестись. Что за жопа творится? Она может пойти, ты траектория меняется, ты видишь по прямой. Ребят, у нас слева все и справа с краю тоже не особо. Но... Да потому что, Рипер, там... какого хрена? Я тебя просил центр полностью занять. Я вот там... Жаль, не достояли меня? Я вижу, что там радар. Чё, да хрена, блин, ты видишь мой фланг, да? Ты думаешь, вот эта деревенька, это все, что есть у тебя? Он сейчас там с помощью танка живет, все, ничего не делает, только отбивает. У меня очки сейчас кончатся, и все на этом, понимаешь? Я больше ни хрена уже сделать не смогу, а меня танк долбает. Танк я через минуту где-то выбью. К тому моменту уже фланга нет, ты посмотри, что у меня здесь. Лечу вертолетом. Лечу налево вертолетом. Санчес, извини, пока налево, потому что там совсем все плохо. Да, Барабум, у тебя бинокли есть? Я уже выбил там. Ладно, блин. Если что, вертушка в твоих интересах. Чем помочь на левом фланге? Пехоты. Так, посылаю пехоту. Штурм я свежу. Попробуй выйти. Сань, чистап у тебя там. Терпимо пока. Пытаюсь. Нужна станковка, минометы, АГСы. Они так город занимают уже. Наглую. Так. А что обрабатывать? Какую позицию? Вот эту? Вот здесь, он пехоты, смотри, до жопы бегает. Все, я тебя понял, я тебе АГС пошлю. Опа, самолет или что? Нет, это ПЗРК. Блять, как я ненавижу этот фланг. Ну, хочешь направо иди. Давай направо. Я ненавижу эту гору, блин, странную. Что-то тяжелое у них. Только дай мне видеть, я тебе дам этот. Барабум, отдай мне этот видео, я тебе вард заразал. Да чё за жопа-то, блин, а? Вот
Я пока капляшки. Сейчас обгоню тебе еще отряд ход и не нагнусь. Справа вижу что-то там. Попробую выбить. Да вижу я радар, я не достану до него, там прикрыт он. А кто там уже укрепился? Блин, падал, ушел мимо. Да куда птуры летят? Чё за бред? Слева нужна помощь с танком. Рабом. Да, надо. Я направо перешел. Пехоткой бы здесь. А, значит слева. Что-то авиация у них там. Потому что она сбита. Авиация у них сбита. А очков у него, думаешь, нет? Да. Но он два самолета потерял, алё. Блин, ладно. Вот ЗРК или что у него там есть. Вот. Опа, и самолет. Вот и самолет. Ладно. Меня бомбит. Я понял. Вообще боль. Подожди. Откуда в принципе? О, бук. Меня упят, меня. Проезд. Ай, классно. Проезд. Успел. Блин, да почему ты, падла, не попадаешь? Самолет. Смысл. Далеко я от него. ЗРК тут есть, но далеко. Я говорю, далеко от самолета. А кому бокса взорвали? С пехотой. Тут этот АГС. Бук. Можете забирать. Ухожу. Он мертв давно. АГС мертв? Я от бука, да. Ухожу. Пипец. Так, я вынужденно сажусь, потому что мне нужно топливо. Ребят, как вы так лево так прокатили? Я держал. Пока ПВО будет... Пулемет можешь выбить его? Нечем. Да, нечем. А я спайк взял против танка. А чё за жопа-то, а? Ну кто грузовиком мне сейчас мамбу чуть не этот, не фиганул? Авиация дымит. Какая авиация? На 134. К аэродрому сейчас, я так понимаю, проползу, да? Может кто грузовик еще раз, говорю, купить? А для чего? С топливом. Мне топливо нужно. А, с топливом? Давай. Сразу передай его просто. А какой из них? Это инженерный, это снабжение? Третий по счету. Так, я... Пехоту высаживайте уже здесь, ребята. Блин, не успею я по нему отработать, к сожалению. Хотя, может, и успею. Куда ракеты летят вместо самолета? Куда самолет это? Куда мамба работает вообще? Куда угодно, но не куда. Он знает, что ответить-то нечем и... Ну пока я не могу ничем ответить, извините, конечно. Не, ну он-то на танке бы упрёт, он знает, что у нас ничего нет. Ребят, надо здесь. Короче, у меня сейчас центр это жмут. Центр право. Не, я ничего не сделаю. Тут у меня и авиация, и БМП-3 еще приехала, которую никак не убрать. Авиацию я пытался. Блин, а у меня станция выбрала. Далеко. Короче, я буду заниматься именно центром права. Просто не надо переть, чтобы там как-то расследовать дальше, менее кучно. Ааа, бесит то, что ракеты просто... Ну
Попробуем просто бочину по караулу. Мне нечем. Я рипер говорю, там боком едет. Лечу вертолетом, конечно, налево, но это. Да не рискуй, не надо его со спайка выбить, я сейчас собьют, будешь сидеть очки жевать. Танчес, у меня тут мамба включена. Ну и что, тебя собьют, там у него ПЗК, блядь, уже здесь надо стоять. Ты их видишь, не видишь, не надо мне. Я ж тебе сказал, не надо, не рискуй. Пиздец тебе. Не рискуй, там ПЗРК, уходи, сохрани. Я понял, не ори, пожалуйста, Санчес, я тебя и так слышу. Помоги Барабуму продвинуться. Выковыриваете гранатами, я не знаю. Как... Откуда у них было? У них самолет сел. Танк я выбью, ПЗРК уничтожу. Я вижу. Я выбью танки, подставляйте свои танки. Да все ты, ёлкин, хватит уже мне этот. Я знаю, что ты выбьешь и все такое. Но второй танк готов. Выбивайте. Все, БМП-ху убил. Обе. Там обе? Еще у него танчик. Да. Неплохо. Ну, там у него... А, от радар. Взрыва БМП-3 взорвалась и вторая. Все, понял. Да. Отлично. Наконец-то заправщик доехал. Так, я потихоньку восстановил, но надо здесь отбить. А, блядь, сюда нахуй ты встал. Я минут косу обрабатывает. Что обрабатывает еще раз? Говорю, миномет наш косу обрабатывает эту. Хм. Странно, у него сидит что ли авиация, не пойму. Сидит, он все выкидывал у нее. Но по нему мамба работает, но понимаешь, он тупо уходит вниз от него по ракетам и по прочей фигне, блин. Я говорил, что это фигня, но Тимыш меня не слушает. Так, ребят, надо где-то три точки добыть. Чекаем. Направо вертолет, разведай мне цели. Я попробую выбить что-нибудь. Вижу цели. Вижу танк. Здесь миномет. Да, жди сейчас. Куча АГС тут бомбить. Понял. О, вот самолет. Ну чё, Барабум, как ты там продвигаешься? Справа сейчас помогу с танком. Я лево восстановил. Блин, ты его выбил, я его выбил бы сейчас. Пулемет выбейте здесь. Ну почему мамба работает куда угодно, но не по цели? Я не понимаю, как с ней тогда работать, ёлку-палку.
проезда не будет, барабум. Да, барабум. Ну, у меня танк есть. Просто, если что, тут с тобой этот стоит. Не, гаубица? Кто-то сменился? Или это кто-то на потерке сейчас? Ну, вернее, новый еще. Ракета проэрдите. Да блин, на ракету не попал. Зараза. О, сбит. Вот. Так, кто-то сбит, сбит самолет. И пробомбить меня снова решил. Хорошо, что сбит. Там еще у него. Сейчас попытаюсь вам поработать по наземке. Еще немножко. Нет. Мне 100 очков надо. И еще там ПЗРКшники. Просто нету рук. Истребитель в воздухе. Слева прикрытие обеспечиваю истребителем. Справа ПВО. Мне пехота нужна направо. Направо? Внимание, барабум, самолет к тебе. Мне только сейчас БМП все выкосило, но я не вою. Пытаюсь сам. Женька, если есть возможность, кинь туда чем-нибудь. Подожди, нечем пока. А, все отлично. Санчес, аккуратней, к тебе самолет. Перехватываю. Мне ПЗРК выбили, у меня ПЗРК нет. Я его не вижу. Очков не будет, потому что, блин... Не, я просто заказал его. Блин, откуда по мне сейчас допуск? И чего? Отсюда. Он тебя видел раньше. Ну, блин, там бук, что ли, стоит? Тогда извиняюсь. Истребителя нет. Сейчас буду слева, буду бомбить через... Через 50 очков. Сейчас по тебе самолет отработает, пробу. А, ну или уже птурует забудет. А, БМП-3. Можно миномет, точнее ГС погасить? БМП-3, блядь. Да, сейчас я возьму, наконец, самолет, который с этим идет. Да блин, ну почему он так поздно не реагирует? Просто уходит. Повезло ему. Тупо уходит, я не понимаю. Не мам, надо, он... не рискуй. У меня миномет, Василек. Сейчас будет 40 еще очков. У Тимош тоже БМП-3 появилось, надо ее выбивать. А, ПВО пока пустое. Сейчас, барабум, готовься цели давать. Он просто прилетел и Мистраль не убил. Я тебе сказал, что ПВО пока пустое. Мамба на перезарядке. Да нет, я о том, что ему вообще пофиг на мое ПВО. Ему и будет пофиг в основном. А, блин, давай быстрее. Сколько же еще ждать эти очки, блин? Все, пуск дал, сбил. Блин. Да.
Так, вот. К сожалению, разменялись Роландом. Ну, окей. Он Василек, а Саня. Сейчас будет. Да это капец какой-то. В станковку, в пулемет трудно завести чувака. Готов работать наконец по целям наземным. Уже не надо. Слева надо, я вижу. Слева пока только ракеты. А выбей что-то. Попробую, если там только этого нет. ПВО там есть в каждом кусту. Только умрешь. Вот поэтому я сейчас проверю, есть там ПВО или нет. Так. А рискнем, вроде не. 120-й миномет. Понял, давай. Где он? В этой области где-то. Сейчас у меня этот пилотник перезаряет. Давай. В турму не попал, извиняюсь, но у вас там тут стоит. Легко. А вот справа я сейчас как раз скину. Что, есть цель? Работает. Надо снять, она сильно заряжает. Я могу не получить цель. Ну, короче, давайте, если сейчас будет цель, я его выберу. Так, я запускаю беспилот вправо. Давай. Направо. Намет сейчас будет засветить. Жду рядом. Ребят, надо слева давить, надо, если поддержите чуть-чуть. Только тут стрела. Да хрен с ней, давай, ты мне лучше скажи, где он, есть миномет. Ну, надо, чтобы он долетел. Давай я стрелу выбью. Если дотянешься, она далеко, она правит. О, вертолет! Внимание, вертолет! Вертолет, да. ПЗРК надо взять. Стоп. Уберите этот. Стрелу так, вот попал. Он миномет. Так, а что там еще стоит? Миномет, попробую, радар, ПЗРК, смотри. Сначала по ПЗРК. МП-3. МП-3, не пугайте ее, не пугайте ее, я ее выбью. Не пугайте. Уходи, опа. Рибер или кто там на боксере. Кстати, этот. Попал по ПЗРК, не? Нет. Ты по дереву попал. Да. Дерево прекрасно защищает. Сорян. Еще можешь светануть? Я сейчас попробую бахнуть. Так они никуда не уходят. Или кого тебе засветить? Там все, что вот там скопление было. А, БМП-3 вижу. Сейчас по БМП-3. Ухожу. Наконец-то эта хуйня умерла. Чё меня сбили? Я по БМП-3 отправил. Тройка минус. О, миномет сейчас попробую, подожди прям минуту, я слева попробую танк отработать. Или чё там едет еще, тоже тройка. О, перезарь, этот грузовик. Танк, не знаю, попадет, не попадет, не попал. Ну ладно. Был ожидаем. А миномет убили? Нет. Это плохо. Бля, как же я ненавижу спайки, когда играю против них. А, зато я ему сейчас это. Поддержите меня здесь. Санчес, танк добьете, я справа пойду. Нет, еще не добьем. Он домой к маме ладно. Поехал. Давай. А, он далеко назад поехал, ладно. Ну, чё в него добивать, получается? Чёрт мешает. Вот этого пехотинца мне выбить, он мне не даёт продвинуться. Барабум.
Да. Еще у тебя будут цели, если ты готов тебе работать в твоих интересах. А, ты миномет разбил? Нет, у меня не получилось, там много этой. У них там стоит где-то ЗРК. Сейчас попробую так, туда скинуть. Я же говорил, вот здесь прямо на дороге стоит этот купол. Стоп. Там прямо на дороге купол стоит. Да, я понял. Может туда что-нибудь кинуть, планирующую бомбу или еще что-то? Может быть. Ну, я вроде бы попал куда-то, но я не знаю, что я там убил. Так, пацаны, пока выбейте мне этого ебаного пулеметчика, он не дает. У меня остались ракеты. Санчес, я не могу тебе пулемет. На пулемет что я буду бримстоун тратить? Вот танк, 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 вот танк. Вот танк я выбью. Танк я сейчас выбью. Я бережок справа. Давай, чтоб выбей его 100%. По танку кто? Сейчас, если что, повторю. Не ушло. Живой танк. Вижу самолет, подожди, у него истребитель. Заправо сейчас на бережок сначала, и потом на посадку, у меня топлива мало. Где бережок, Брабум? Вон он катается у меня. Добро. Лечу за бережком. Он над тобой БПА. Сейчас. Да. Рибер, не рискуй. Лучше подводи его, чтобы он сюда к нам шел. Я тогда его со спайка выбью, выманивай. Я горку пытаюсь. По мне не попадает, блин, бримстоун. Вынужден уйти пока на посадку, на перезарядку. Точнее, даже не на перезарядку, на заправку. Надо добивать его, слушай, я ему башню выбил. Хоть одна бракет, хоть какая-то попала бы. Чё за жопа? Истребитель сейчас будет в воздухе. У него пушка рабочая, башни конец. Санчес, тебе летит самолет. Я на 30. Можешь убить АГС? Пока нет. Который раз уже спрашивал. Пока нет. Они свой танк подбили атакой. Так, сбит у них самолет. Все самолеты уронили на окоп. И этот самолет я уронил, а не они. А, ну заебись тактически. Еще вот здесь, блядь, куча пехоты ползет. Просто куча. Сейчас, да. Обожди, пока я не могу поддержать, мне надо заправиться. Фига себе, и самолет сбили. Димки с очками прям проблема. Поддержите, ребят, фугасом сюда покидайте. А можно вопрос, кто там на правом и центре играет? Дайте мне ремкомплект, у меня радар повредили. Так, где ты? Вот сюда, вот. Все, понял, сейчас привезу. ПВО пока выключено, учтите. Потому что радар поврежден. Да, его и здесь, сюда тоже. Можете буквально чешской пехоты мне отрядик? Сейчас. Блять, давай успей доехать. Ну можно грузовик не будет застревать в среди двух деревьев? А, значит, это нормально сейчас было? Что? У меня, блин, я проехал по танку. Да гони, захватывай точки. Просто гони, захватывай точки. Просто едь, да не останавливайся. Жалко, ты не раздавил этот. Пробуй выбить бета. Там скинул мне ремкомплект? Дестрайк. Чё? Да, сейчас скинул. Скинь. Ага, скинул. Я сейчас подчиню сначала. Come.
Вот чинится пока. Миномет кроет, и я при этом не знаю откуда. Ну давай я, наверное, этот ППЛА пущу. Подожди, пока смысла нет. Так, окей. Там сейчас нужно успех развивать, у них да. Там не этот, не фронт, а Диана Шурыгина. Пока у меня? Весьма такой этот. Я нормально этот, я атакую, ты видишь, а Тимоша пробил. Только мне чуть-чуть не хватило. Я сейчас опять восстановлю, опять пойду в атаку, на Тимоша бить. Да я знаю, я вот тебе сейчас гайду. Тогда Барабуму легче будет. Я пока не могу помогать, извиняюсь, у меня перезарядка. Я не знаю, куда он пошел, но куда-то пошел. Они тут начинают отвлекать. О, все, радар можно включить. С несколько преобразил, он со стрелы пускает ракету уже. Чего? А он со стрелы разве может вообще? Это вроде правилом запрещено. Это запрещено, но он стреляет. Кто? Ну-ка. Это вот сейчас, да? Не-не-не, сейчас нет. Сейчас было другое. Сейчас, похоже, с танком было. А это что летит? Такое? Это хорошо так летело сейчас. Так. Сейчас чуть-чуть погодя будет помощь. Что это за ракеты такие прилетают? Вот хрен знает, я что-то тоже не пойму, что это такое. Это чё вообще такое прилетело-то? Ты можешь термобаром пигать, по пехотинцам отдельно. Вспоминаю вчера Барабума. Это так. Гермес. Понятно. А, Гермес. Блин. При сейчас этом... я Роланд привезу. КЭП даже не срабатывает. Роланд, жди. Я еще два миномета притащил. Ой, тут челик. Давай, надо убивать. Так, кому что-нибудь так, нужно? Гермес, сейчас я тебя попробую там развернуть это, вторую это, мамбу. Оставь его вот здесь и траву вырасти, чтобы его не видно. Слышь, что порыв, Барабум, к тебе едет вторая мамба. А ты сможешь что-то сделать против Гермеса? Ну, если я его достану, то да. Так мне еще и самолет тебе поможет. Вы слева разберетесь сами с Беттером? Да. Да-да, у меня тут свой. Хотя, блин, там... Это очень большая жопа. Куда, что это за я пирожки, еду, Беттер, еду. Дальний ПВО к тебе не. Бережок убери мне. Да, сейчас перезарядиться уберу. Может, еще пехотку налево закину? У меня ГС. Сейчас, я говорю, перезарядка и Барабум, идет. У тебя здесь этот груз. Помогите Барабу сейчас. На базе. Давайте еще там грузить пехоту Барабу. Это сейчас бессмысленно. Надо убрать Гермес этот сраный. Так, а Гермес это что? А, Гермес это вертолет, который сраный стреляет на сколько-то там? 200-260. Пока половина перезаряд, я... 260. То есть он может не въезжая никуда. Бережок в наглую катается. Я собью. Уже не катается. Уже убрал. Помогите, говорю Барабуму, я сейчас это. И мамбу не задавите. Ой, Барабум, я тебе могу станковку только дать, либо пеху. Мне пехота в основном нужна, потому что пехота, блин, не объезжает. Давай я тебе. Барабум, если тебе устроить, что я через 10 очков, я тебя просто высажу этих пехотинцев отряд САС. Да не надо, я уже приехал, пехота. Там еще там. Убери главный Гермес, чтобы он не появлялся здесь, в принципе, вообще. Легко сказать, попробую. Ну вот, легко сказать, а ты сделай. На центр БПЛА летит. Центр право. Центр право, хорошо. Так, ну там... Да, заползают. Я жду перезарядки пока еще. У меня половина только перезарядилась. Блять, да боссаный Беттер, сука. Да.
Опять миномет приехал. Миномет, говорю, жди, сейчас будет это. Я его выбью тогда. Корабль не видит тупо это. Пилот. Ребят, здесь кто-то может закрыть, нет? У меня пока очков нет. Блять, я вместо, сука, пумы заказал случайно боксер. Ну ебано в рот. Ну, терпи, он тоже неплохой. Да я боксер пулеметный, блядь, заказал. Чумой, блин, да как он перезарядится? Че он такой долгий? Давно ПТшник стал тот столько времени перезаряжаться? Я уже минуты три жду минимум. Вводи пуму. Или... А, ну это забей миномет. Ладно. А сейчас не минут. Опа, а вот они налево сани притащили. Это будет хуёво. Сейчас, ё-моё, ну ждите, я перезаряжусь. Я не могу просто ничего сейчас взять другого. То есть у меня тупо самолеты недоступны другие. Какого? Поэтому мне приходится... Так, кабы есть. Летаю. У меня миномет притащили. Цель для кабов есть? Миномет. Миномет, АГС. Сколько раз я уже говорил тебе об этом. Не ради. Сначала мне выйдет. Кинул по левой цели. Потом... Оп. Там мне пуск, самолет. Тут корнеты, танковки до жопы просто, блин, кеса. Пизда миномет отпасал. Убил миномет вон. Так, браво, справа бегу. Работаю. Справа работаю. Вот здесь миномет лежит. Понял. Здесь АГС. Точную метку еще прям раз. Даю. Там еще тунгус. Давай, позади. Ближняя метка еще, держи ее. АГС. Вот держи ее, сейчас скину. Кинул. Блин. Он меня перехватит. Да, к сожалению. Ну, мамба, работать-то будет. Слава богу. Так. Ребят, я могу Мстар купить, но это 150 очков. Он тогда будет все светить. Давайте я возьму Мстар, сюда поставлю. Возьми. Так, у меня 10 секунд до кабовоза. Пулемет выбейте. Кабовоз жду. Значит, миномет ты так и не выбил. Миномет какой? С левой? Я по нему кидал. Справа я не успел, мне перехватили. Блять, тут слева, да. Косяк. Ебучая горка с этим пулеметом. Блять, я не вижу. А, у меня боксер, блядь, гранатомет. Спать, с пулеметом взял. Два танка слева. Блин, почему мамба тупо не видит цели? Я реально не понимаю. Так. Будем еще и рада. Минус 190. На левом фланге. Я пока не могу помогать, у меня самолет сбит. Нет, нормально, нормально. Не нормально, справа у нас там проседаем. Право, а я не могу вот наоборот, слева мы проседаем. Нет, мы справа проседаем. У тебя здесь грузовики пехота. И я тебе еще сейчас передам грузовик. Почему ты с пилот не видит? Я не понимаю. Что за фигня? А я жду кабовоз. У меня очков лишних нет. Чё нужно взять? У меня очков хоть жопой жуй, Санчес. У меня очки есть.
Че нужно? У меня, блин, я думаю, куда моя пехота делает? Ее выжигает чем-то. Стоял, он все покрыл. Чем? Термобарами. Блин, мне опять этот Гермес сраный. Влады, что такое? Ну то подалеко, блин, я его не достаю. Так. Что за бред? Чем мамба так плохо работает? Сейчас я 150 очков уже потратил. Одну точку отхватил, Санчес, у меня вот тут на грязи. Давай, я коплю очки, у меня сейчас чеки приедет. Боковой лаз, Центр. Да, вижу. Сбиваем. На правый Искандер, похоже, хочет приехать. Ребят, без силы сбейте. Увожу тогда, мам. А чё на то? Есть что-нибудь? Подписки вот. Шилка. У меня шилка сломана. Арта. Арта. Арта это херня с работы, о котором я уже давно говорил. Гермес может спокойно сидеть позади и в тылу и ни хрена не делать и спокойно выбивать все, что только можно. Взял, а блин, а он не приехал. Вот я идиот. Где, слева Гермес? Право Гермес. Ну мамба его не видит, я не знаю как еще, блин. Стоит радар на холме, все светит, он включен. Я не знаю, почему он его не видит. Штурмес, ребят. Ипер, не поставляй танк, он нам для оборудования. Штурмес, говоришь? Блин, я буду готовить сп. Сейчас у Тимоти куча разведчиков. Как его светить, падло? Рипер, можешь вот, попихать видишь, отработать? Видишь, он опять там? Летает здесь. Да вот я вижу, вот только летает. Понимаешь, его мамба не светит просто. Он в наглую здесь летает. Миномет на перезарядке сейчас подвожу к зонту опять. Ладно бы он что-то одно ломал, он все ломает, понимаешь? Все способен ломать. Ты мне чего предлагаешь? Как мне его достать? Чеп, сзади тебя прям мамба стоит. Самое дальнее, что есть. Даже истребитель не такой дальний. Мне помимо того, что с основным игроком надо воевать и уничтожать... Барабум, я тебе еще раз спрашиваю, как ты мне предлагаешь с этим бороться? Да как-нибудь, блин. Как? Конкретно? У него нету возможности, понимаешь? Это не самолета, который на 500 там летает. Вот еще раз говорю, стоит радар. Вот сзади меня. Справа от тебя стоит мамба. Я что еще туда могу тебя подвести? Истребитель меньше стреляет. Бэкер в раш сейчас будет. Ребята, справа будет, да, меня выбивают. Слева или справа? Слева. Вышел, Санч. Сейчас истребитель. Чем-то херачит или чем-то таким. Вижу. Сейчас. Не, танк выбили. Сейчас меня. Сейчас у тебя не самая серьезная проблема, поверь. Я вынужден взять истребитель, потому что. Сейчас по танку отработаю на левом фланге. Гермес. Я свечу за ним. Тут надо спецназ. Сука. На левом фланге вертолет. Я рискую, за ним лечу уже. Я не знаю, что еще сделать. Он сел. Вот я попытался его выбить, он сразу ушел, я не могу туда дальше убить. Стребитель я ему, конечно, сбил. Стребитель я ему сбил, дальше что? А, блин. Слева ждите вертолета, у него истребитель, по крайней мере, пока сел. Ладно, я танк покидаю, короче, вызываю новую, у меня очков 900, нигде куда девать, я голову добита. Или миномет вражеский, не АГС, никакую станковку, блин. Взлетает. Танк выбили. Я ничего с ним не могу сделать. Нет, вертолет не выбить.
Сань, я мамбу поставить, но понимаешь, мамба его не видит, она у него просто не дотягивается. Так ты поставь мамбу сейчас на левый фланг. Я думаю, ты его засветишь. Я поставлю, вопрос в другом. Я его светил на правом, она по нему тупо не работает. Он на пределе дальности играет. Вот в чем вся проблема. Если бы была проблема чисто в этом, я как бы выбил. Лечу направо с танком, помогу, но максимум больше ничего не сделаю. Ты миномет не выби, миномет, не могу просто я миномет, выбить миномет убери. Не могу я выбить миномет, еще раз говорю. Мне тупо нечем пока выбивать миномет. С танком я и сам уже могу справиться, блин, у меня пума приехала. Мне миномет мешает, понимаешь? Мне Гермес мешает. Убери Гермес, убери миномет и все. Выбей стрелу. Там не стрела важна, там, блин, тунгуска у тебя. Тунгуску я вижу. Миномет выбей, да это все. Так. Даже танк так целиком убить не может. Запарил. А чё он вон спокойно уехал? На тебя я. Вижу тунгус, что-то мне показывает. Я его очень даже хорошо. Да, она меня видит. Сейчас, в принципе, больше. Разворачивайся. Ну, неплохо. Давай. Все, давайте пехоты занимать на левом фланге. Гоню минометный боксер. Я танчик гоню. Наверное, да. Серьезно, ракета просто в воздухе взорвалась. Да. Да. Вот это уже не ко мне вопросы, почему она так делает. Блять, я могу взять. Опять Гермес. Да... Жопу вообще. Что я могу с Гермесом сделать? Забить тебя. Я ближе просто уже не могу подвести, меня тупо выбьют. Ребят, давайте поспокойнее. Мы на левом фланге сейчас точки отберем, у нас так. Да, надо только закрепить этот кривой. Главное под Гермес не подставляться. Просто реально, я с Гермесом сделать ничего сейчас не могу. Все. А, не, у меня спайки. Слушай, будет кабовоз, просто ебани по этому холму всем, чем есть. Подожди, с арматы. Сейчас армату будем выбивать. 20 секунд. Хотя бы ей башню. Санчес, я вертолет возьму. Вы главное ПЗРК постарайтесь выбить. Если вы выбьете ПЗРК, армата не проблема. Справа держись, что я могу сказать. Потому что слева там вообще пипец. Так, надо шилку сбить. Ой, беспилотник. Уже сбили, все отлично. Санчес, жди 3 секунды. Лечу. Блин, я первый раз увидел армату мы тепло видели. Ни хера себе, чип. Еще и Т-15. Серьезно? Ё-моё, какие веселые ребята. Я лечу к вам. У меня две арматы. Два, лечу к вам, вертолет уже идет.
Главное поближе. Вот эту фигню я уничтожу, вот эту фигню. А армату не смогу. Я связал, я их подвел. Не страйм. Тебе выбьет сейчас АГС, там АГС стоит. Сейчас я как смогу уберу. Санчес, не пугайте. Я сейчас вертолетом иду. Дымите, только дымите. Ваш не бейте Т-15. Т-15, говорите? А, самолет? Стоять, самолет. Дымись, блин. Да, Паша, у меня очки не закончатся до конца игры, вот это гарантия. Да блин, сволочь! Почему в него попадает, меня нет? Вернее, наоборот. Санчес, пока держитесь. Я попал по ней, но толку нет. Самолет на вас идет. 15 выбил. Перемещаю ПВО. А, ПВО разрядилось, я понял. Почему не стрелял по 34-му? Терпи. Что я могу сказать? Я и так все очень хорошо. Уводи спайк. Санчес, терпите. Я пока едва что могу сделать. ПВО разряжен. Санчес, слышал, что говорю? Я могу единственным чем помочь, это сейчас опять вертолетом через минуту. Слышишь меня, нет? Я вообще нормально слышу? Да. Я просто сейчас пока больше ничего делать не могу. Страйп, можешь миномет заказать? Давай. А, Гермесом ничего тоже показывает. ПВО разряжено. Вот нахрена стрелять с автомата? У тебя гранатомет есть. Берешь гранатомет, стреляешь, блин, по технике. Че за жопа? Почему, блин, по сраным автомобилям он, блин... Ну я ничего, я уже сейчас привел к вам ПВО, просто единственное, пока не могу перезарядить. На холм влезть пытаюсь. Да я на холм и так, блин. Не, я про это. Беспилот. Ну, мистрали есть. Слева, слева беспилот. Я могу выбрать. Сейчас смотри, либо я ПВО, либо... Санчес, вы возьмете сами шилку, потому что у меня нет пока возможности работать. У меня пустое ПВО. Или нет? Возьми, Ну я повез шилку на левый фланг. Беспилот, пейте вот здесь это и все. ПВО перезарядится, будет работать. Беспилот не сбит. Я понял. Так, сбит. Санчес, шилку даю тебе. И еще грузовик с пехотой я тебе скину. Вот тут грузовик. Или... не знаю, где-то, короче. Я вижу там количество, но, блин, как они еще вообще работают. Пачка. Могу вертолет сейчас взять? Поехал за радаром. Куда он за радаром поехал? Радар далеко. Остановишь? На центр за радаром поехал. Тот понятно. Пустой. Блядь. Да? Ну, сейчас мамбе хана будет. Давай.
Лечу вертолетом. Санчес, проезд слева, бардак. Черты. Не застревай, главное. Да блин, падла, в деревьях застрял. А вообще от радара от радара, естественно, по 37 минут. А, это светит авиацию. Налево вертолет идти. Короче, центр вообще он здесь. Добейте, пожалуйста, вот это. А ну, сейчас идем. Вот, да. Добил. И точку захватить. Слева самолет, уводи вверх. Я понял, пока. А куда я чё уведу? Мне некуда уводить особо. Ну давай ты разворачивайся, кляча. Ну, РВВ заказал, да. Блять, у нас... Ну, точки, значит, займите. А Гермес мы вбили? Гермес до конца игры жить будет. Да нечем его сбивать, ё-моё, его уже реально. Ну тупо нечем сбивать. Вы точки займите в тылу, которую. Я веду налево радар. Захватите ту и другую, я захвачу. Я веду налево радар, сейчас. А он не доехал, пока ждите. Сейчас, надеюсь, мамба работать начнет. Гермес нужно из игры нахер выпиливать. Я дал пуск по нему. Блять, ну пожалуйста. Ну свети, падла, стреляйте к ней уже, ё-моё. Чё, били? Блять, неужели? Кого, Гермес сбили? Да. Фух, еще надо пуск. Всю игру, сука, ну почему ПВО так... Все-таки поймали шанс. Ребят, давайте, да, не расслабляйтесь. Копите очки, пока есть момент. О, голос ПЗРК. Махнуть. Ну наконец, мамба две выпустил, а не одну, блин. Только опять. Вот видите, все-таки мы. Подожди, еще смогли. Рано говорить, рано еще. Да не рано. Санчес, нет, нам еще 70 очков. У них еще две арматы, ну, на фланге. Я если собью, если сейчас собью самолет, то. Давай, вертолет слева, слева, вверх. Да вижу, я уже выставлена мамба. Где она выставлена? Оставляю, вернее. Самолет сбит. Сейчас еще самолет сбит. Я не знаю, что он играет. Танчик или... Вот куда ракеты... Как ракеты летят вообще? Я не понимаю. Видишь, что сделает ракета? Т-15 на... едет. Ох. Подведи ПЗРК, Санчес. Просто подведи ПЗРК. Понятно, минус радар выбили, да? Ладно. С радаром, да. Сейчас я собью его. Летит самолет. Что он там вообще решил? У меня выбит радар. Молоко убил одного пехотинца. Ребят, 30 очков еще. Мне главное сейчас сбить вот эту вот гадость. Т-15. Будут ракеты сегодня вообще попадать? Кого сбили? Сбили, хорошо, отлично, я его спайк сбил. Спайк пошел по Т-15. Лечу на за Т-15, наконец. За Т-14 лети, Т-15 выбили. Да, лечу, лечу. Еще чуть-чуть, ждите. ВМП сейчас выйдет. ВМП выбей, а я выбью сейчас Т-15 и Т-14.
еще 10 штук. На БМП не лети, у него пушка работает. Блин, я только что сказал. Санчес! Да, вы я меня... попал, но у меня насквозь пролетело. Насквозь, понимаешь, я без урока. Все, ребят, мы выиграли. Да, они даже не успеют, я там ничего. Все, да. Фу. Это было, конечно. Ну извините, блин. Капец. И все равно какая-то сложность есть.